Я вот думаю, а стоит ли мне пробуждать ритуальные мемуары до тройки? Да, конечно, стоит. Чё тут думать-то? Вместо 26 секунд 22. Да, конечно, стоит. Я ради этого ее и ролил. Угу. Третий ранг пробуждения. 60% шанс и 22 секунды кулдауна. Класс. Сахарозочка, сахарозочка. И теперь я наконец-то могу посмотреть на статы пеструнного лука. Статы пеструнного лука, которые я никогда в жизни не видел, потому что у меня его не было. На Тарталью. 42 базы, 36 мастерства стихий, то есть средняя-средняя. Увеличивает урон элементальных навыков и взрыва стихий на 24%. Вот эти 24% и вот это мастерство стихий позволит мне сделать больше урона в бездне. Ну, не в бездне, а больше урона с ульты, чем вот этот лук. Который дает среднюю базу, точно такую же, как у Фавония, и 70% силы атаки. То есть мастерство стихий будет сильнее, чем 70% силы атаки, по идее. Скорее всего. Чисто ради ульты. То есть ешка и ульта больнее бить будет. По сути, только ульта. Сахароза риталка у меня 4-й пробудки. Жестко, но у меня 3-й. Что мастерство стихии дает? Для этого тебе нужно смотреть гайды на ютубе. Можешь посмотреть мой про элементальные реакции и мастерство стихий. Эта информация там есть. Не зря же я гайды писал. Усиляет. Она усиляет элементальные реакции. Вкратце. На F2P Сахароза C6 была C2. С классического баннера упала до C5 за 40. И событие C6 последнее. Поздравляю. А у меня теперь 0 примагемов. Ну, 77. Здесь ничего нету. И я продолжу крутить этот баннер. Я продолжу крутить этот баннер, чтобы догнать гарант поближе к козочки. Мне нужен 5-й Беннет, мне нужны фишли, надеюсь, будут падать. Надеюсь, не сладкие карамельки будут падать. Но я буду стараться догнать этот баннер хотя бы до 40 к моменту релиза козочки, и потом мы задонатим на козочку. И выбьем ее. Угу. Вот он, последний ролл Альбеда и дубина переговоров. Здесь еще на 6-м ролле что-то может быть. Типа легендарки, но... Козочка возьмет за такое предательство и не выпадет. Как не выпадет? Придется ее заролить 180 раз, если не будет выпадать. Что за вопрос? Не выпадет. О, сейчас прям обойдется, не выпадет, да. Ишь ты какая. Не выпадет. Альбед на каком выбил? Софт гарант 76. Все как всегда. Я только софт гаранты ролю, ребят. У меня не бывает других роллов легендарок. Кто-нибудь находил шкатулку писаря? Все уже нашли. В могиле. В могиле ее нашли. Я не нашел. Да как так-то? Принцесса где находится? По-моему, принцесса самая легкая из всех. Вот принцесса просто. Бегаешь по миру и такой... О! Плюс шкатулка, класс. Благодаря Джин. У меня все еще гранд 100% наказующий, 40 роллов, и она моя. Главное, Альбеда не роль тогда, Сусамин, потому что у тебя очень... Тебе очень опасно сейчас это делать. Ты наверняка хочешь Беннета. Бухен, да, Бухен. Так, смола, ребят, смола. Мы еще не тратили смолу сегодня. Девяносто процентов меня уже, кстати, в принципе, устраивает.
О, точно, вспомнил, квест же. Квест на копье. Расспросите людей в лагере про этот рог, который мы раздобыли. Какие арты собрать Беннету? 4 церемонии древней знати. Что такое? Я пришла в горы любоваться видами? Нет. Я пришел узнать что-нибудь об этом зубе. Да и взглянуть. Действительно, его форма и размер несколько необычны. Я в таких материалах не разбираюсь, но Орбан кует оружие и имеет дело с множеством разных материалов. Может, он что-нибудь знает? Почему бы не спросить у него? Он тут рядышком. Корбан? Корбан Даллас? Мультипаспорт? Чем могу быть полезен? Ты не знаешь, что это за зуб? Какой еще зуб? Неужели ты ходила по горам и собирала всякий хлам? Однако же этот зуб, что такое? Великолепный образчик и прочный, как сталь. А эти контуры, сдаются мне, это драконий клык. Драконий клык? То есть клык дракона. Говорят, что оружие из него обладает поразительной прочностью и остротой, и даже имеет необыкновенные силы. Но клык дракона вещь редкая. Во всех легендах и преданиях заполучить драконий клык и выковать из него оружие были способны только великие герои. Ха, как говорится, если вы намереваетесь добыть клык дракона, не сможете отхватить ему голову, то он непременно отхватит ваш. Так это клык дракона или нет? Если честно, я клыков дракона никогда в руках не держал, поэтому точно сказать не могу. Но этот зуб наверняка принадлежал какой-нибудь громадной твари. Однако, раз ты потратила столько сил, чтобы притащить его сюда, допустим, что это и есть драгоценный драконий клык. Чтобы сделать оружие, его одного будет недостаточно. Собери еще, скажем, 3 таких клыка, а я тем временем посмотрю материалы об их обработке. Кроме клыков, нам понадобится хорошая руда. Поэтому, когда будешь в горах, собери 50 кусков руды звездного серебра. Еще мне нужна будет форма копья северянина. Когда все соберешь, возвращайся ко мне. Мужик, серьезно? Мне придется скрафтить копье ради 450 опыта приключений и 50 примагемов? А если я не хочу? А если я хочу пику полумесяца качать? То что теперь? У нас этот квест будет висеть в вечность? Ну как-то грустно звучит, если честно. Да, Светокали, я знаю. Я знаю, что там дают форму копья. А еще я знаю, что я хочу пику полумесяца. Которую я, однако, уже не юзаю, на самом деле. Никак не могу определиться. Подскажи, пожалуйста, на КЦН какой меч лучше? Флейт С3 или Драконий Рык С0? Ни то, ни другое. Дай ей новый меч просто, и все. Который по ивенту дает. Флейт. Оп, еще лагерь Фатуев, класс. Альбедо выпал. Так, роллы-то у нас уже закончились. Надо название стрима поменять. Роллы сделаны, роллов больше нет. Вот так вот. Я бегал на качинг с флейтой, сейчас она носит черный. Ну, конечно, носит черный меч, потому что черный меч гораздо круче, чем какая-то там флейта. А, это не фатуйцы, кстати, это расхитители. Кстати, кто меня там спрашивал про мой урон? Я не запомнил ник, фиолетовый такой был. Если ты еще здесь и удивляешься, почему у меня так много урона, может быть, цифры урона у меня и небольшие, но зато сколько цифр урона
выдают мои персонажи все вместе. Бейдо плюс Синцу плюс кто угодно, плюс Кли или Дилюк, дают огромное количество цифр, которые наносят уроном очень-очень много. Там прям цифры летят вот так вот. И все умирает. Это, наверное, одна из главных причин такая. Том-т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 ом. Скоро соберу осколки. Спасибо. Оп, задание стрелковое. Берем кого-нибудь. Давайте в этот раз это будет Дивона. И все. Можно было в мили сломать все эти бочки, кек. Читер на стримера, вот и урон высокий. Ну, конечно, читер. Угу. Ля, смотрите, и там что-то новое. Пойдем посмотрим. Это же все еще ущелье Дедаупа, да? Угу. А, я понял, что это... Надо... надо здесь шахту сейчас исследовать, посмотреть, добавили там что-то или нет. Девяностый уровень, травяной слайм. Нормально так, кстати. Их на скорость, что ли, надо, лол? What? Тон. Я понял, берем Эмбер. Сяньцзё! Тем-тем-тем-тым-тым. Так, пойдем проверим пещеру, раз уж мы здесь. Интересно же, блин. Можно этого убить, пока мы здесь. Ау. Падение. Там-там-там-та-дам-там. Эй, братан, как дела? Что-то у него нормально так-то все. О, руда. Блин, ну кажется, они сюда все-таки ничего особо не добавили. Киргрейд что-то ругался, что руды нету, нету руды. Киргрейд, ты тут? Вот, смотри, у меня заспавнилось. А пещеру они, походу, просто заделали. Да, пещеру они просто заделали, и ничего здесь больше нет в этой пещере. Ладненько. Мастерство стихии работает на Е Альбеда. Какой странный вопрос. Ну, работает. Твои щиты будут сильнее. Опа, квестик еще. Какой ужас, что мне делать? Что случилось? Какая тяночка, прикольно. Мои маячки, они почти все остались в горах.
Как мне теперь продолжать исследования? Они мне стоили кучу моры. Но я планирую исследовать климат в других условиях в горах, поэтому приобрела дорогой набор измерительных маячков. Потом мы вместе с экспедицией взошли на гору. А когда я установил маячки, на нас, не пойми откуда, налетели чудовища. Я не успела собрать маячки, как кто-то из исследователей подхватил меня и увел оттуда. Группа возвращаться в горы пока не собирается. Но что, если чудовище угробит мои маячки? Не могла бы помочь мне их вернуть? Пожалуйста, их очень легко найти. Спасибо тебе огромное-преогромное. Сначала поговорим о награде. Ах, награда, обещаю, тебя ждет хорошее вознаграждение. Заранее благодарю тебя за помощь. Binding of Isaac. Давай ты не будешь так громко материться. Что случилось? Успокойся. Что случилось? Ну, кажется, я не долечу сейчас до туда. А может, долечу. Кто знает. Тон! Сначала поговорим о награде «Це ведьмак». О-о-о-о-о. А, ну здесь драконий этот клык, видимо, находится, да? Так, ну два мага бебные, это классно, цицинка. Два мага бебные и цицинка в одном месте. Место, конечно, неудобное, но что поделаешь. Божечки, как она стонет. Цинка, успокойся. Боже мой. Сундук. Собрал шкатулку на мобиле и на могиле и на мече. Подскажите, где третья? На башне. Там, где гигантский робот. Рядом с лагерем Альбеда. Ориентиров хватит? Надеюсь, что тебе хватит ориентиров, и дальше ты найдешь самостоятельно. Ты уже примерно 10 часов фармишь гору, да? Да, да. Я же говорю, мне надо ее пройти до завтрашнего дня. Ой, до завтрашнего, до пятницы. Ну, я уже как бы ее прошел, по сути, но... Форма двуручного, она существует. Ничего не знаю. Какие формы? И зачем? Ходил странное сердце в пещере. Наверное, нет. Я так понимаю, что руды-то у меня уже 50-ка есть, да? 75 есть. Второй клык. Ага. Ну, сундук. Сваляется. В горе. Опа. Так. Кулы, кулы, кулы. Всегда, когда видим кулы, забираем кулы. На баннере оружия выпало то, что надо. Мне выпал бесструнный лук и ритуальные мемуары. Ровно то, чего я хотел. Я хотел две шмотки. И я выбил две шмотки. Да блин, найс упал.
Сегодня очень удачный день по роллам. Мне прям очень везет. Альбедо выпал. Нужные оружки выпали, нужные персонажи выпали. Сахароза 6-го созвездия Беннет. Пока что 4-го, но нужен 5-го. Нужен, конечно же, 5-го. Слушайте, а это что за пещера такая? Угу. Я же в нее не залезал. Вау, крепота какая. Ого! Ого! Божечки-кошечки, это что такое? Точно, это же нам даже показывали. Пойдем отсюда поскорее. Нам сюда еще рано, сказала Паймон. От этого предмета исходит странное свечение. Че, даже агатами кварцами не пробить, да? Ну это по ивенту будет. Мы его по ивенту, скорее всего, будем очищать нашим проклятым мечом. Я думаю, что как-то так. Потому что, видите, оно прям какое-то проклятие, как будто. Ну опять же, да, это сердце дракона, логично. Как раз таки красные. Красные вот эти агаты, это его кровь. Правильно. Как открыть данж в центре? Пройти по сюжету задание на горе. Да, это сердце дракона, да. Угу. Вопрос только, оскверняет оно все-таки гору или нет? А как попасть на гору? Прочитать квест, который называется «На горе». Какой меч на Альбедо лучше юзать? Ну, либо любую легендарку, либо новые оскверненные желания. Либо Камнесёс, конечно же. Эх, если бы у Фавония была ваза не 41, а 44. Крутой меч бы был. Так, чё-то говна кусок, конечно. 22 тысячи, найс. Да будьте формы северянина, в жопу пошли. Эстер же просит найти ее маячки. Акцепто! Благодарю за подсказку. Пожалуйста, сами, да, Нейшн Акцепт? Надеюсь, нашел. Бум-бум, Карю Куцугой. Не смей. Молодец. Здорово, Огненный. Я к вам в лагерь вторгся вообще-то. Влию я квест на фотоаппарат можно взять. Ну, мне нахер этот фотоаппарат не нужен, но когда-нибудь возьму. Пока что пофиг. Где шкатулка писателя и рецепт на двух? Шкатулка понятия не имею. Нет, шкатулка знаю. Но я не помню, писатель это... Писатель это в гробу, по-моему. Вот здесь, в гробу, вот здесь. Двурук пока не нашел, потому что нахер не нужен. Блин.
блин, двурук, который подходит двум персонажам. Ну такое себе. Рейзер и Синьянь. Ну ладно, пацаны, так где? Там, Лили? Как я собираюсь здесь это делать? Ну, у меня есть способы. Но уже поздно. Что, долетим? Нет. Ну и нахера? Бедный Хеличуро в клетке. Хеличуро, мы тебя спасем, все хорошо. Так, не нравится мне это место. Выпал Альбедо, зачем что с ним делать? Дамажить. За Альбедо. Чё? Можно дамажить. Я не понял, каким раком там открылся сейчас. What? Я все равно не долечу, какая разница. С горы вон проще долететь до сюда. Так и сделаю, пожалуй. Лед активирует, видимо. Может быть. Что в последних роллах накрутил? И струнный лук. И... ритуальные мемуары. Бидо или Рейзер? Бидо. Короче, 10 роллов, Альбедо и 4 эпика. Не бывает такого. Значит, тебе не выпал Альбедо. Ты просто врешь нам нагло. Ты просто нагло врешь. Врунишка. У тебя был лифт? Ну, ничего. Как скрин скинуть? Никак, я не хочу смотреть на твой скрин. Там какой-то чувак стоит, пойдем с ним поговорим. Томми! И чем я думал? Не нужно было брать то поручение. У тебя что-то случилось? Это я поручение, которое недавно взял. Мне оно тогда показалось простым. Разместил его девушка, которая мне давно нравится. Сахаро. Один алхимик, то есть. Я думал, что если выполню его, это поручение, то между нами может возникнет долгосрочное сотрудничество. Но в итоге до меня только сейчас дошло, во что я вляпался. В ее собачьи уши, наверное. Трудное поручение, значит, ну как сказать трудное. Нужно всего лишь собрать немного алхимических материалов. Вот только я не заметил, что место сбора драконий хребет. Именно из-за места это поручение можно считать высокоуровневым. Только для лучших изыскателей приключений, как гильдия могла так ошибиться в оценке его сложности. Да я и сам виноват, что не посмотрел как следует. Пока, удачи, держись тут. Хочется Хорозу отжать. А это кто? Если вы идете на вершину, будьте осторожны.
Что тебя сюда привело? Я несу здесь службу по приказу действующего магистра ордена и смотрю, чтобы никто из манштадтцев не поднимался в горы. Недавно я развернул одну семью, которая собралась пойти по горам в поход. Еще парочку детишек, они, видите ли, хотели поиграть в снежки. Но винить их за недостаток бдительности нельзя, жизнь в манштадте расслабилась их до такой степени, что они даже не представляют, насколько горы опасны. Че, есть фан-клуб Барбары, тут есть фан-клуб Сахарозы, походу, да. Скажи мне об этом месте. Нужно потеплее одеваться, не то замерзнешь. Многим моим сослуживцам хватило побывать тут лишь раз, чтобы пропало всякое желание возвращаться. Что хочешь знать, как я переношу такой холод? У меня стальная воля и крепкое здоровье. Поэтому ледяной ветер мне нипочем. Еще у меня под доспехами 4 пары кальсон и рубашек. Тепленько. Тепленько. Я за фан-клуб Рейзера. Фу. О, тот самый ручеек, кстати. Мы же по нему так и не прошли до конца. Стоп, это он вообще? Ага, вот речка только... Не, подождите. Это вот здесь вообще происходит. Так что нет, это не здесь. Угу. Копье по квесту обязательно крафтить. Походу, да. Я пока сам еще не делал, но поговаривают, что приходится потратить одну форму. И для того, чтобы скрафтить копье и получить 50 примагемов. Лично я не в восторге от этой идеи и хочу скрафтить... пику полумесяца. Да, развод на форму, да. Блин, почти добил, короче. А, добил, изи. Где можно глянуть стат на копье? Ты не хочешь их смотреть, они говно. Оно хуже, чем пика полумесяца. Это все, что вам надо знать. И выполняют примерно те же функции. Утонул на зелике, и меня лифтом подняло вверх, пульта улетела. Вот. С Альбедычем, что ли? В пачке. Акцепто! Эй, привет, спасибо. Подскажи, здорово. Как собрать комфортную пачку. Есть Дилюк, Фишлес 2, Беннет, Джин, Сянлин, Чугун С1, Рейзор, Сахароза С1 и Барбара С1. Сори за надоедливые вопросы. Это все очень просто. Беннет, Дилюк, Фишель и Джин в качестве хиллера. Под хиллера, вернее, потому что тебя еще Беннет будет хилять. Вот, отличная пачка. Тем более, да, Фишель С2. Так, собственно, я бы здесь еще побегал, но я хочу сейчас протонуться вот сюда и дозакрыть вот это место. По следам пройтись. Бесструнный будет лучше на Тартале, чем полумесяц. Если правильно будешь отыгрывать от ультимейтов, да. Если будешь отыгрывать не от ультимейтов, нет. Минуточку. Скоро на ютубчик уже выложить роллы наши сегодняшние. Альбедо Венти, имба, подмили ДД, ультуешь Венти, кладешь цветок рядом. Со стяжкой на лифте поднимаешься и режешь врагов. Звучит рофельно. Но юзабельно, наверное. Ага, вот они, следы. Угу. Идем за наградой.
Ну вот он на север свернул. Хорошо, здесь где-то должен быть клад. Понимаете, клад. Блин, я уже хочу теперь Альбеда качать, чтобы узнать, сколько он дамажит. Но вначале я хотел Чуня качать. И Дождерез. А, сложно. Сложно, я не знаю, что качать. Сейчас окажется, что я этот клад уже лутал. А, нет. Ну, типа, я здесь был, но тут еще записка появилась. Метель в какой-то веке утихла. Надеюсь, это добрый знак. Наконец-то покончил с Ингбертом. Не смог справиться с Лютером. Но с его раной теперь это будет нетрудно. Дальше я отправлюсь на восток, где гора встречается с морем. Если доберусь туда, у меня появится шанс выжить. Я понял, кто это. Это тот самый чувак, который всех поубивал вот в этой истории. Вот есть Ингберт. А вот этот чувак, который плохой, его звали Ландрих. Мы идем по следам Ландриха. Воу, прикольно. Куда ты там пошел? На восток? Где гора встречается с морем? Так ты отсюда пошел? А почему на восток? Тебе на запад надо. А, ну с морем, все правильно. А зачем он туда пошел? Че, тупой? Seems weird. Монка weird. Дальше я отправлюсь на восток, где гора. Если я доберусь до туда, у меня есть шанс выжить. Что записки? Да это мы случайно встретили какие-то записки. Оказалось, что это оказывается чувак из сюжета. Ну, из сюжета, из сайд-квеста. Ну, допустим. Давайте вот сюда пойдем. Качаю Razer, C4, выпал делюк. Кач дальше. Ну, C4 Razer все равно очень хорош. Так что, в принципе, наверное, да. Клык размножения. Разложение. Погульные ингредиенты. А, да это понятно. Следам стрелка, геншин. Ну, я не знаю, где, что здесь искать. Ну что, мне весь берег оббегать, что ли? Я же здесь бегал уже. По идее, мне надо найти какой-то лагерь, наверное, небольшой. Сколько процентов изученных ребят? Я думаю, уже где-то 93. 94. В пещере. Ну, знать бы, в какой, как бы, блин. Вообще на восток, вот от... куда отсюда? Это здесь, может быть? Не. Другая, наверное, чем разбивать ледяные глыбы. Ничего их не берет, они регенятся на агатами, которые вокруг валяются повсюду. Агатами. Красные камни агаты. Можете поискать, где шкатулка писаря находится. Можем. Вот на этом телепорте. Вот в могиле закопано.
Никаких лагерей я здесь, блин, не вижу. Херичарру стоит только. Войк тоже система репутации. Нет, это она относится к Манштату, так что... Все квесты, которые вы здесь делаете, приблизят вас к заветным крылышкам в Манштате. Сынки достали, у меня нет имбы Кли, и как только я собиваю щит, она обратно вешает. Так при чем здесь Кли вообще? Бей и... Беннетом играй. Имбер. Сложный квест какой-то. Давайте отвлечемся от него пока что и пойдем поделаем вот это задание. Вот Сесилия, вот. Я каждый раз, когда портуюсь на этот телепорт, нахожу это, этот гробик. Ай, блин. Пам-па-пам, па-пам, па-пам. Ну что с ее метками делать надо? Верните маячки. Ага, все. Забавно, как ты, когда ты уже все уничтожил здесь. Все, вернее, всех монстров убил, бегаешь по такой пустынной горе, вообще ничего нету. С Мондо уже все, у меня уже репутация лиманштадтские. Кек. Рип. Ин пепперони. Короче, баннер, кстати, выбился один баннер, тогда бился два фишельца, два фарса. Баннер охренительный. Я так вообще себе выбил Альбета и доволен. Пока что, конечно, не раскачал его, да и некогда, но... Ну, доволен. Тиан доволен. Ты нашла мои маячки? Да, вот они. Дай-ка посмотреть. Верно, это мои маячки, судя по виду. Чудовища их не пожалели. Хорошо, хоть они совсем не переломали их. Эх, эти маячки можно будет использовать не скоро. Но ничего не поделаешь. Придется обойтись исследованием меньшего масштаба. У меня остались другие маячки. Вызовешься ли ты помочь науке и установишь их на горе? А почему сама не сможешь? Мне страшно, целая группа исследователей убегала от чудовища. Одна от них точно не отобьюсь. Других экспедиций в горы пока не намечается. А следование вечно откладывать нельзя. Больше мне рассчитывать не на кого. Ты так лихо вернула те маячки, что я уверена, ты с этим заданием тоже справишься. А твой должник тебя будет ожидать достойная награда. Позволь мне отметить, куда установить маячки. Готово, просто установи их примерно в этих местах. Их важно установить там, где повыше, это скажется на точности исследования. 150 фиолетовых книг опыта в локации сундуков? Примерно, да, примерно. Тэм-тэм-тэм. У меня уже 160. А, значит больше, не 150, значит уже 160. Потому что книги мне выбивать больше негде. Если я, блин, смолу так не потратил, что у меня еще? Густой нету. Густой нету, 130 обычной. Я, наверное, сегодня один раз схожу на Крио-орхидею, Крио-папоротник, чтобы возвысить чугуна. На 60-70. И может быть начну ходить на геокуб. Вообще надо бы еще Тарталию убить. Как бы лень, но надо бы. Все равно с него просто ничего не выпадет. Говорят, что густой теперь 6 можно. С Хоринали. Звучит странно. О, еще это задание. Хорошо. Сейчас сделаем. Маячок только повесим. Маячок, маячок. ФТП сегодня будет, да не до него вообще. Не до него пока что. Не до ФТП. Вот зачем всех летать учили.
чтобы по зеленым частицам летать в горе. Спасибо, спасибо. Кристальные бабочки, спасибо. Кристальные бабочки для всех тех, у кого они заканчиваются. Какой уровень дерева? У меня 7-й, по-моему. Я не помню. Я не считал. Нет тут нигде еще сундуков каких-нибудь спрятан. О, он есть один. Не зря заглянул. Или не сундук, может быть, это камень. Это камень. Да. Сундук или камень. Дай команду Михоя, чтобы патчи в выходные выпускали. Стрим весь пропустил. Снова наскоро норм затащу. Ну, извиняйте. Михоя почему-то нравится среда. Я не знаю, почему им нравится среда, но... Это, видимо, их осознанный выбор. Не открыл дверь с символами около статуи? Нет, я еще одну табличку не нашел, по-моему. Я еще вроде бы одну не нашел. Блин, как будто мы по горам не налазились. В Лиюэ заставляет нас, блин, маячки расставлять на самых высоких точках. Блин. А я сегодня еще маршрут элиток не прошел. И не уверен, что буду. Вообще, у меня есть вот такая тема. Хоба, а чё нам? Туда, да? Ну, туда 400 метров. Ага, хорошо, спасибо. Ну, полетели. Есть же карта с новыми кулами. Наверное, есть. Но самому собирать интересней. Меч Сокол нормально на катсцен. Просто только что он выпал, а перед этим выпал катсцен. Отличный меч. Поздравляю тебя с легендарным оружием. Можно мне тоже, пожалуйста? Желательно 5 легендарных оружий. А то у меня, видите ли, проблемы. Я живу на эпиках. А мне для бездны нужны легендарки, you know. О, кул. Хе. Багракул. О, и сундук еще. Сейчас туда тоже заглянем. Да что ты мерзнешь? Ну, мерзнешь и мерзнешь. Что такого? Зато все эпики собрал. Ты знаешь, почти. Ну, у меня церемониалок нет. У меня нет одноручного меча церемониального. У меня... А, копья церемониального не существует. А чего у меня из оружек нету? У меня нет церемониального однорука. В архиве можно проверить. Хорошая идея, наверное, да. Ржавой, да, ржавого у меня здесь нету. Что такое?
Жалони Кравчина, Аристократов, это что-то для PlayStation. Это же покупные, конечно, покупные, да, еще Черногорки. Грозы драконов нет. Церемониального однорука. И ржавого лука. Вот этих трех из гачи у меня нету, получается. Да, да, у меня нет трех пушек из гачи. А, кодекса Фавония у меня нет, и слава богу. Четыре пушки. Ой, смотрите, эти ребята прямиком из бездны пришли. Я их, кажется, знаю. Электрические и воздушные вместе. Прямо из бездны. Выпали три меча, ивентовый, рык и флейт. А вопрос следующий. Хочу Кацины Беннету поставить. Что куда? Беннету Камнитёс, а ивентовый в Кацин. На Кацин меч с Battle Pass, а на Бенни серый. Понятно. Ну смотри, ты можешь либо Камнитёс Беннету отдать, либо новый меч. А в Кацин оставляй Battle Pass'овый, конечно же. На Кацин ничего менять не надо, если у тебя там Battle Pass. Что, не просто так брал, да. Здесь сижу на горе, только 58%. У меня 95% уже. Сейчас над этим ущельем на всякий случай прилечусь. Пролетая над ущельем кукушки. Вроде ничего больше нету. Так, что еще осталось? Так а тут разве есть высокие горы? На кого церемониальный однорук? Практически на кого угодно, на самом деле. На Беннета. На Джин. На Цици. На ЦЦ очень хорошо, на самом деле, мне кажется, сядет. Как-то раньше об одноруке церемониальном почти не задумывался, на самом деле. Очень даже будет неплохо. ЦЦНка ходит. Угу. ЦЦН 85% крит шанса на 90 дамага. И мне это не нравится. Вот я захотел базовую атаку за счет рейка поднять. Ну да, не очень приятно, наверное. Такие цифры иметь. Серьезно, ты будешь качать рык, который сам по себе не самое прям хорошее оружие, ради того, чтобы... для того, чтобы поднять обычную атаку вместо крит-шанса, да нет. Не, ну можешь. Рык можешь качать. И даже флейту в теории можешь. Может быть, на Кацин флейта норм. Я не знаю. Я вообще не недолюблю флейту. Только на саппортов. Он на цицишке держу и не парюсь. О, стоп. Нужно ли обязательно что-то закрывать первый день ивента? Не нужно. Монстров убивай всех, которых видишь, на всякий случай. На всякий случай убивай монстров, чтобы вот эту штуку копить потихоньку, иневые осколки. Но я уверен, что их можно накопить за все 20 дней. О, кстати, тут реально же бафы какие-то будут. Во время события принц Мелый и дракон с крайнего желания получают бонус опыта оружия. Это круто. Урон персонажа, экипированного этим мечом в период события против врагов на районе драконьего хребта. Плюс 60%.
А какой из них активно? Никакое пока что, да? Персонаж, экипированный этим мечом, в период события будет медленно накапливать эффект мороза. И урон алого кварца персонажа, экипированного этим мечом, в период события увеличен на 50%. Также его крит урон против врагов увеличен. Или все это сработает, как только я надену на Беннета этот меч? Да не, ничего нету. Что-то в среду появится, в пятницу появится, когда будет, когда откроется первый кусок ивента. Блин, хочу уже магазин события. Ах, как же я хочу книги опыта. Но в первую очередь, конечно же, надо будет покупать возвышение на меч. Возвышение на меч обязательно. Верни свой любимый комментёс. У меня один перс, 4-звёздочный. Чего? Я тоже такой хочу. Кого? Меч? Ну так, получи его, это несложно. Ладно, пойдем сдадим этот квестик. Прогресс первого акта, просто заверши, появится первый баф. А, ну это я скоро. Это я скоро. Ну как, все маячки на местах установлены. Сильно помогла мне, еще раз спасибо тебе огромное. Не знаю, можно ли с таким количеством маячков добыть хоть немного полезных данных. Оп. Исследование Снежной горы. И снова исследование. Да? Ах, так и думала. С таким количеством маячков точную высоты горы не измерить. Погрешность слишком велика. Если только что. Храбрый искатель приключений не установит маячок на самой вершине. То есть это я. Ты, прошу, выручи меня. Чудовище продолжает уничтожать мои маячки. Это единственный способ уменьшить погрешность. Установи маячок на пике и все. Все ждет щедрая награда. Это я умею. Пожи, подруга. Карманный телепорт. Поехали. Я быстро, подруга, я быстро. Ты не переживай. Я на минутку. Покажи, где дерево, я потерял его. Дерево иконкой на карте отображается. Ты издеваешься, Кусуна? Ты чё? Хоп, установлен. Дело сделано, как холодно. Давай скорее спускаться вниз. Ой. Я только что что-то увидел. Вот это увидел только что. Я его еще не открыл. Да ты его по дороге находишь. По сюжету. Как его можно не найти? Вот тут оно, вот тут. О, боже мой. Где-то дверь в шкатулке сувать. А, вот этот телепорт по пещере полностью поднимаешься и там найдешь. На выходе из пещеры. Пещера. Так, а это что такое? Хоба! А ну-ка выкопайте еще сундук. Зима, меч путешественника. Ну да, допутешествовался. Ты цены, что ли? Да, они самые. Что-то мне ее как-то жалко, она как-то потерялась, да, немножечко. Бомбардировка за Кли. Скайрим с аниме-модом.
тоже мне Skyrim. Ну когда-нибудь я попаду, да? Ай, блин, это было долго. Чё-то не видно ни хера. Ладно, вернитесь к Эстер. Где шкатулка принцессы? На реке у подножья. Где-то или на озере. Ну, подножие пройдись, короче, поищи. Там дерево такое гигантское. Ну и не гигантское. Сказать, когда сдолбаешься, где последняя записка. Может быть, пока поищу сам. Очень хорошо, спасибо тебе. Теперь я могу более-менее точно проверить высоту. Да, насчет награды я попросила Сайруса кое-что подготовить для тебя. Не забудь зайти к нему, когда будешь в городе. По пути передай ему это письмо. Он обещал держать меня в курсе о подготовке к второй экспедиции в горы. Но от него до сих пор нет новостей. Когда мои маячки будут отремонтированы, мне придется вернуться на Драконий Хребет и установить их. Там еще столько всего нужно изучить. Дайте письмо Сайрус. Хорошо. Сейчас, минутку, коль там есть быстренько. Блин, достал я сегодня уже, конечно, прям. Прям дам, дам. Прям подустав, подустав. Ну что, сейчас еще добьем. Еще смола сегодня вообще не траченная. Так, я хотел в пещеру вернуться. Я здесь так до конца ничего не исследовал. Вернее, не ничего, а все до конца не исследовал. Я в этой пещере прям как-то быстро пробегал. Кусочек синьки. Спасибо. Фея, вот она, где прячется. Я ее все искал и искал. Может, и не прятал. Не, подождите, я ее начал доводить, а потом она вроде бы исчезла. Не знаю. Что нужно сделать? Эта штука похожа на сердце. Ждать продолжения ивента. Ивент продолжится в пятницу. Да. Давно в ДБД играл плотно. Плотно? Год и пару месяцев назад. В 19-м. Потому что там делать нечего. Оба. Хорошо, все три феи есть. Еще дальше. Два сундука, это все. Один. А, или ты про эту штуку? А вот нечего было надеяться на то, что за золотыми этими печатями что-то прям крутое будет. Перехайпили, получается. Хайпили. Блин, восточный склон горы. Я уже не на восточном, да? Может быть, он и правда в пещере лагерь основал? Так, тут у нас что? Кристалл выпал. Оф. Вообще нет. Заметил, что на шее у нее... На шее у Альбеда татушка вроде портала богини изначала. Я заметил, что у него какая-то звездочка, да, нарисована. Это я заметил, наверное.
Не, на восточный склон чаще по берегу пробежимся, наверное. Вообще, наверное, завтра я этот доделывать квест буду. С запиской. Это что-то прям... жуть какая-то. Скорее всего, на рандоме где-нибудь встретим это место и все. Так же интереснее. Пойдем что-то пробежимся. Давай расскажу. Нет, не надо мне рассказывать. Если я захочу, я попрошу. Есть ли у тебя какая-то daily активность, которая требует именно сегодняшнего участия в ивенте? Или ивент можно проходить завтра? Ивент можно проходить с пятницы. Сегодня лишь небольшая предыстория. И вам надо просто, ну, сюжет пройти и все. Как бы... Все остальное пока, ну, не важно практически. Мобов убивайте по карте. Ну, не по карте, а по драконьему хребту. А завтра они риснутся и снова их убиваете. И зарабатываете какую-то руду специально. А тут ничего нет уже. Пойдем отдадим Сайрусу его письмо. Как забраться на вершину горы. Сделать задание на горе. Оно все разъясняет, что вам надо сделать. Чем могу помочь? У меня для вас письмо. А, это от нее, могу поспорить. Она опять спрашивает об экспедиции. Эх, и что мне делать? На драконьем хребте слишком опасно. Сейчас с огнем не сыщешь группы, которая бы отважилась туда подняться. Скоро напишу ей ответ, в котором поясню ситуацию. Спасибо, что доставил письмо. Чуть не забыл. Ранее написал, что я подготовил для тебя награду. Возьми, пожалуйста. Напоследок я добавлю. Боец, ты, кажется, хороший, но в горах следует проявлять осторожность. Драконий хребет, подвернись мне возможность провести группу за снежные горы. Я бы непременно ей воспользовался. Хорошо. Криопопортник. It's time to kill some mini-bosses. Стоит карманы ставить на вершину. Мне понравилось. Я поставил и доволен. Я доволен. Мобов убивать на руду бесполезно. После того, как закрыл первый этап, они не дропают это МС-эвента. Ну, типа, ладно. Так нет, мобов все равно надо убивать, потому что они охраняют сундуки. Это как бы главная причина, зачем надо убивать мобов. Волф. Вы не подумайте. Рип. Он, по-моему, подниматься начал в какой-то момент. Ой, так непривычно. Два камня синих. Вау, вот это удача. Всего лишь два ядра. Рип. Ой, я байдой прошел. И цицишка, и минус опыт дружбы. F. F. Столько красиво раскрывается. Окей. Окей, по привычке, да, уже. Ну шо, 97%. Ух, блин. За один день. Вот здесь, скорее всего, еще не исследовано. Прям. Пойдем туда сходим. Вопрос сменить персов. Так я же... забыл. Как думаешь, C1 на Альбедо говно или нет? C1 хороший... C1 на Альбедо позволяет ему вообще не париться насчет энергии и как бы... Опа, он там что-то есть. Не париться насчет энергии и не брать восстановление энергии в артефактах. А вообще не брать восстановление энергии вообще нигде. У него бесконечная ульта становится.
Вот, а С2 делает ульту сильнее на 120% от вашей защиты. Вот С2 на нем имба. Я очень хотел бы С2, но вряд ли она мне выпадет. Так что... буду довольствоваться малым скиллом. Сундук. Найс. Вот еще сундук. Я же говорю, я здесь не бегал. Где сердце находится? А какая тебе разница? Оно же ничего не дает. Какого лучника сейчас возьмем? Давайте... Ватакшино Корин Татейнасай возьмем. Да чё она? Давно у нас в пачке не была. Надо сейчас ещё дерево проверить, сколько у меня там кулов собрано. Хоба! Взорвите три бочки. Ух, ёпта. Чёрт, перелетел чуть-чуть. Она оказалась ближе, чем я думал. Он у тебя плакал, мой последний донат с бонусом за $100. Че-то раз ты решил ему второе созвездие выбивать, что ли? Ты жесткий, если так. Ну, $100 донат, он классный. Он классный. А у тебя уже первое, что ли, есть? Ну просто, блин, я вот, я сегодня цифры считал, да? Вот смотри, вот ульта. Урон цветка неизбежности. Бьет 72% от силы атаки. Там 110% получается на 8 уровне. Примерно. Ну, в тестовом забеге нам дают потестить. Или 120. От силы атаки. 120%. На ульте. А второе созвездие делает таким так, что активация навыка... Не, подожди. Цветки мимолетности, сгенерированные цветком солнца, на 30 секунд наделяют Альбедро роковым расчетом. Возможно, единственная проблема этого навыка, что придется сидеть на нем и немножко бить. Но это можно переключиться, сделать 4 атаки по 4 разным монстрам, наделить себя вот этим роковым расчетом 4 эффектами и усилить урон ульты, а именно ритуала рождения... Тектоническая волна и урон цветков неизбежности. Вот это вся ульта. На 120% от защиты. 30, 60, 90, 120. Это выглядит очень сильно. Если у тебя хотя бы 1500 защиты, это, блин, 1700 урона. Который потом еще критует, да, там и так далее. Выглядит круто. Я очень хотел бы второе созвездие на нем посмотреть, потестить, как оно мощное, не мощное. Нам, к сожалению, не дали его созвездие. Уже получил двурук. Да срать, я хотел на этот двурук, он бесполезен. Кого выбил? Ой, сегодня Беннета, Сахарозу и Альбедо. Всех, кого хотел, того и выбил. Он еще какой-то... Или это кусок руды, которая используется для... Возможно, это оно и есть, блин. Так что, в принципе, да, баннер охеренный, баннер у Альбедо охеренный, поэтому если вы выбиваете ему, ну, даже не ему созвездие, а если вы просто решили выбить дополнительных звездных персонажей, и на него просто выпадут созвездия, это, блин, круто, потому что баннер Альбедо реально офигенный. Он очень сильный. Ну-ка, сколько у меня уже примасов? 272. Ну, мало, надо копить. Теперь каждый день на козу. Ну как на козу? Вначале мы будем тратить.
Примагемы, чтобы добить еще Бенни и просто этот баннер ролить продолжать. Бэ задоним. Когда-нибудь задоним. Сейчас пока нет. Еще здесь пробежимся. Ты нашел все шкатулки? Я нашел все шкатулки. Кстати, о шкатулках. Кто-то сказал, что я там типа не досмотрел. Че там, может быть... Ну что, там еще факелы какие-то зажечь надо. О, какой-то лагерь. Мята или цветок сахарок? Шишка лежит, блин, не прогрузилась. Кажется, я 98% закрыл, да? 98. Чё-то жестко. Мне кажется, пора бы закругляться немножко. Вам так не кажется? Ну, не то чтобы закругляться, а еще смолу потратить хотя бы. Такого уровня дерева докачал. Вот дерево у меня не очень высокое, по-моему. Ну, сейчас еще надо вернуться. Сколько у меня кулов в инвентаре? 12. У меня оно было где-то 7-го, по-моему, или что такое. 12 часов... Не, не 12 пока что. Пока что меньше. Меня что-то вот эти вот кристаллы очень пугают. Они такие страшные. Блин, хочу какой-нибудь бутер с мясом прям. Мясо и побольше. Побольше мяса. Я скажу, где последний... Хардронт! Я тебе 3 раза сказал, не надо мне никакие записки говорить. Не надо. Нет. Успокойся. Завтра найду сам, скорее всего. Так я и не говорю. Ну и хватит мне говорить о том, что давай я тебе скажу, давай я тебе скажу, давай я тебе еще раз скажу. Не надо ничего говорить. Поищу завтра. Все равно завтра снова оббегать всю гору, убивать мобов, подфармливать. Че вот это за штука? Куда она ведет? А, там просто красный кристалл, да? Там ни сундук, ни... Да не, вряд ли. За чат Твича он троллит. Ну да, да. Чач, Твичач, чач, чач. И спать я все равно не пойду. Мне еще на... Опа, смотрите-ка. Ну это где-то наверху, видимо. Взяла и появилась. Акула. Интересно. Меч. Сможешь на скидку сказать по мастерству стихи в цифрах? 10, 50, 100, это много или мало? В твоем видосе не было этого вроде. Средняя цифра на большинство персонажей, которая тебе нужна. Чего тут нету? Что-то говорил, поджигать. Это 200.
На электрических... Не, на электрических где-то, наверное, 300, если они у тебя закрывают реакцию. На огненных, если бьют по льду, то 200. Блин, да нету точно. Ну, блин, нету, это все ситуативно. Ну, нет средних цифр. На Сахарозу 1000 надо. 300 минимум. А зачем? Кому? Куда вам? Куда вам 300? Во что? Чтобы что делать? Ребят, не знаю. Сахароза. Сахарозу косарь нужно. Да, на карте я увидел анимоку. Вопрос в том, ну, где он? Почему он там был? Почему мы его засекли только на долю секунды? Да он потерялся. Значит, он снизу или сверху, наоборот? Мне кажется, что, скорее всего, сверху как раз-таки. Ну, чё-то как-то не сверху в итоге. А вот он. Где ссылку на Reddit скинуть, там формулы все описаны. Да нахер мне это надо? Оп, сундук. И уа. Я-то все знаю. Типа, мастерство стихий, давайте так. Самое главное, что вам надо знать про мастерство стихий. Если вы не знаете, сколько вам нужно в цифрах, значит, вам лучше мастерство стихии не стакать. Вообще, лучше не стакать мастерство стихии. Вообще. Лучше просто играть от силы атаки крит-шансов. Ну, правда, ну, это только так и работает. Потому что вы не разберетесь в том, хорошо работает ваше мастерство стихии в вашей связке или нет. Альбедо выпал. Ну, поздравляю, наверное. Что я и делаю. Разбираешься в мастерстве стихии или наоборот? Ладно, пофиг. Если вы не знаете, что такое мастерство стихии, и вы не сахароза, да, хорошее примечание. Однозначно рабочая. Человеческие атаки и критов играю. Ну, правильно. Да, так делал. Где стоит Ли Бэнь? Пока нигде. Ждем, когда Ли Бэнь где-нибудь встанет. Кубок упал с нового данжа, Лего на гидру урон, шанс и силу атаки. Нормально. А еще два стата нормальные? Или у тебя три стата всего, а третьим защита? Подношение, чат, подношение. Седьмого на восьмой, да, переходим? Каких по счету роллов в среднем выпадает Ленин? Еще Альбедо. На 76-м. Дерево, багровое желание, игровое обучение. Опа! Принимая подношение и продолжая свой рост, дерево вечной мерзлоты стало требовать большей силы. Оно научилось обнаруживать появляющиеся в расползшейся по всему драконьему хребту корневой системе багровые агаты. Прислушайтесь к его желанию, отправляйтесь в заснеженные горы на поиски багрового агата. Тогда дерево вечной мерзлоты богато вас вознаградит. Ничего не понял. Ничего не понял. Ну, видимо, больше агатов появилось на карте, наверное, или что-то типа того. Как 8. Ну, вот так 8. Почему не 12? Вот в чем вопрос. Найдите форму копья северянина. Я нашел. Ничего мне теперь. Хотите, чтобы я его отдал? Ради 50 примогемчиков.
И 450 опыта приключений? Ну я чё-то не горю желанием это делать. Ради копья с базой 41. Оп, текущий период дерева до 8 уровня. А, сколько книжки. Ради примагемов. В дереве слева снизу нажми иконку. Багровое желание. Ага. Да, но теперь показывает мне... Где еще агаты появились? Ну смотрите, чат. Оказывается, значит. Надо за сегодня добить дерево до 8. Да нет, это шутка, конечно. Успеете все сделать. Это даже, по-моему, не ивентовое же дерево, да? Оно же с ивентом вообще никак не связано. Оно просто сюжетное, и его можно закрывать потихонечку. Все. Не-не, оно с ивентом никак не связано, успокойтесь. Не-не, отдыхайте. А это типа новые модные дейлики такие от дерева. Дерево нам теперь дает дейлики. Чтобы получить новые багровые агаты. Кстати, оно заспавнило новых монстров, а это круто. Багровое желание 1 из 5. Плюс багровый агат. Да. А я-то думал, как же, блин, докачать до 12-го, да? Как же это сделать? Оф. Вот этой штуки не было, они, блин, они респавнятся в течение дня. Я эту штуку уже ломал сегодня, тут бабочки сейчас будут. Нет, 200 золота. Где место, где нужно 3 шкатулки? На самом верху пещеры. Пройдитесь по... Вот от этого телепорта, вот от этого. На самый верх пещеры. Телепорт, который под... Блин, выше... Есть выше. Как выше? Как выше-то? Почему новое копье плохое? У него база физ урона 15%, а у пики 7,5. Никто же не тестил. Может быть, за счет бонуса физ урона. Оно не будет жестче за счет бонуса физ урона. Потому что у пики. Слишком имбовая пассивка. И пика тоже скалируется от бонуса физурона. Ах, вот оно что. Здесь эти штуки ломать надо. Вот почему они здесь зареспились. Угу. Бедите всех врагов. Да я-то побежду. Победил, но... Мне же надо, чтобы они вылезли для начала. Понимаете, у Пики слишком сильная пассивка, которая будет всегда вписывать больше, чем вот эта пассивка раз в 10 секунд. Ну, просто, ну, не может Пика вписывать меньше. Вот такая Пика имба. И там 41 база, это значит, что ваши обилки будут бить слабее, понимаете? Ваши обилки будут дамажить слабее, чем могли бы. Потому что там 41 база. То есть вы будете бить только атакой. Ждем разбора Чечена. Я бы тоже послушал, но мой предварительный вывод, она примерно в 2 раза слабее, чем пика полумесяца. Я не знаю, я думаю, что... Я не умею в расчет общего урона с учетом всех вот этих математических формул.
но выглядит как гораздо более слабое оружие. Либо по физурону, может быть, оно там в 30 секундах ДПСа чуть-чуть сравняется. А чё, вот, да, ёлочь, гифкой они, конечно, много чего показали, но, может быть, она по физдамагу и сравняется, но вы теряете урон от обилок. А урон от обилок-то никто не отменял, правильно? Урон от обилок теряется. Потому что база физики 41, это ультра мало. Это ультра мало. Не база физики, а база ну, силы атаки. Физика-то там высокая, да. Ну зачем? Зачем? Ёлыч, довел до 8 уровня? Или нет? А то я тут, оказывается, довел до 8, и надо еще агаты собирать, которые появились на карте. Смог открыть еще одну дверь? Нет, я не нашел. Так, нет, подождите, у меня для этих дел есть карманный телепорт. Почти до 9-го? Неплохо, неплохо. А, ну у меня тоже сейчас почти 9-й будет, получается. Я что-то не ожидал, что сейчас просто задания появятся вот эти вот. Ёлка, а ты будешь выполнять задание Клык разложения ради 450 уровня приключений и 50 примагемчиков для козочки? Или для смолы? А это еще 300 опыта приключений. Уже. Я на самом деле понимаю, что оно все равно будет висеть, и я не хочу, чтобы оно висело, это значит, что надо его выполнить. Эх. Серьезно, они тут задание стрельбы выложили? Ограниченное по времени испытание. Чен уже сказал, что новое проигрывает на 20-25%. Это чисто физика, а также все обилки станут еще слабее. Ну, спасибо, Чену. 20-25. Ну, я, конечно, преувеличивал свои... свои цифры, когда сказал, что в два раза слабее. Но это я как бы в шутку, конечно, говорил. Ну, да. Звучит логично. Что на 20-25% слабее. Говно, говно. Он же про меч говорил. Почему тут меч? И вообще про какой меч он мог сказать? Стоп, а что там висит? Вот там он вдалеке. Что-то светится, я не могу понять, что... А, это просто ветерки обычные. Пердольные. На которых... Пердельные, на которых можно летать. Которые Венти по всему Манштату распустил. Опа, это что за место? А, стоп, я знаю, что это за место. Уф. Мне показалось, что тут целая деревушка, а тут нихера. Стоп, а что это там такое? Хочешь, скажу, как открыть эту дверь? Давай. Что за место? Ну тут есть горшок. Среди самым мясом птиц. Блэд. Чен также сказал, что и Альбедо мусор, его надо только в девка качать, что доказывает, что он тоже человек и может ошибаться. А когда он видел его цифры? Типа, после релиза уже или как? Потому что я посмотрел на цифры, я уверен, что он будет охренительно саппортить и вносить охрененные тонны урона. Если я не прав, то тогда я человек и тоже могу ошибаться. Уж меня извините, если это действительно будет не так. Блин, по 2 урона от льда получать, это что-то смешно. Когда баф мирового урона от льда? Детский. Какой же скучный квест у Альбедо. Да, говори.
Не знаю, мне очень кажется, что цифры альбедо реально очень сильные. Он прям вот на ульте он играет. Он такой ультовый саппорт. И что самое главное, что самое крутое, его очень поддерживает вот эта тема с... Ну, альбедо выглядит... Интересно за счет того, что он 125 мастерства стихии передает всей пачке. Просто после ульты, просто берет и передает. Где найти шкатулку писаря? Я прямо сейчас портуюсь туда, где она находится. Каждый раз, когда вы телепортируетесь в эту точку, вы будете вспоминать о шкатулке и каком-то легендарном герое, который здесь упокоен. Rest in Pepperonis. Те зелье от холода? Да нахера оно мне? У меня есть цицы от холода. Ешку нажал и можешь бегать по льду сколько хочешь. Где остальные шкатулки? Где-то по горе разбросаны. Очень советую их поискать, это интересное занятие. Ей, багровое желание зашло. И что еще? Еженеделька, выполните багровое желание 5 раз. Ей, еще руда. Хоп-туп. Но задание Альбедо еще не закончено, так что там сейчас поинтереснее с драконом будет. Оно же частично как задание Фишли, связано с ивентом, поэтому... Не переживайте насчет того, скучно, что оно скучное. Восемь. Кажется, это 9-й уровень. Привет, у моего друга в компасе есть задание, момент сопряжения, там 2400 примагема дают, а у меня нет, почему? Потому что ты играешь в игру примерно каждый день, а твой друг не заходил в игру более 2 недель. А, чё? Необходимые 8 из 10, то есть не могу, надо еще собирать. Такой себе байер. Воспоминания откроют вам тайну катализатора. Спасибо. Нет, спасибо. Thanks, but no thanks. Смола 96. Шо, пора? Maybe... Не намечается пачка, какая цицей фишка. Кого еще можно поставить? Сянлин. Хай, онозоми но мама ни. Ико ка. Нашел третью шкатулку без подсказок, просто 3 раза случайно наткнулся. 2400 примагемов — это просто напоминание людям, что есть бездна, где ты получаешь 300 примагемов за каждый этаж. До 8-го? Ну, не совсем так, не? Блин, я с новыми бафами Беннета теперь хочу... Это... Ультануть за Тарталью снова. Ну, наверное, этим завтра займемся. Сегодня я уже очень уставший. И сейчас я пойду геокубик убью. Геокубик. А бати под экзекут колонн нету. Бати? Так у меня Найль есть. То есть. У меня есть задание. Каждый день захожу. Просто бездна только 6 закрыл. А, серьезно? Чё? Это как-то связано с бездной?
Что? What? Какого хера? А если Михой у нас, ну, переиграет, и дракон окажется новым еженедельным боссом? Вряд ли. Пора-пам. Да, фармить весь мир теперь будет гораздо дольше, в теории. Ну а где и что можно покупать за свободную звездную пыль? Нигде и ничего. Пэу. Мотивация бебна пройти или наоборот не проходить. Чё за халява вообще, не понимаю. Чё здесь бебна? Чё за глупости? Почему так нечестно? Тоже очень халявки. Но я прохожу бездну. Я-то молодец. Я-то получаю свои халявки, правильно? Красно, накрав копья, можешь еще раз поговорить с кузнецом. Форму не заберут, а пошлют еще побегать. А ну пошлют и пошлют, но форму-то в итоге-то все равно придется тратить, правильно? А я-то не хочу. Да какой? Все-таки каменные... Нет ничего более мерзкого, чем каменные щиты. Ледяные щиты говно по сравнению с каменными щитами, которые есть у этих чуров. Каждый день онлайн в игре, но я не прошел 8.3, а только 8.2. Я могу получить 2.4K от кемов. Это так тупо. А еще камнетес? Это же там камнетес выдают? Ну вообще тупо, да. Получается, я за бездну, за лунную спираль получил 600 плюс 1600 плюс 550. Где-то 1800 получил примерно. А вы что, получаете по 2400? Какого хера? Это точно связано? За инактив. Мне вообще-то хочется, тоже кажется, что тут все-таки за инактив, не? Покажи, где шкатулка. Я 2 нашел, 3 вообще хз. Какую ты не нашел? Как мейн ДПСер чи саппорт? У меня саппорт, но и когда-нибудь я соберу его в саб ДД.
Просто пока что не настало его ДД время. Так, всем этим персам нужен опыт. Да, в принципе, нужен. Две колонны, один камень. Ни одной легендарки. По-моему, вот так стало только хуже. Даже смотреть на это не хочется. Что с ровов выпало? Много всего. Я сегодня 100 роллов сделал. Много. Что там да Фокс? Я знаю, что по идее это гемы для людей, которые... Момент сопряжения. 2400. Коридор. Пустой зал. И чё ся? Чё? Чё это такое? Какого? Компенсация 300. 8 этажей равно 2400 примагемов. Остальное вот сундуками и прочим. Я ничего не понимаю, что это такое. Вывели весь получаемый лут на зак... А, за закрытие 8 этажей. Спасибо. А копье кто? Разве там дают? Нет. Там никогда не было копья. Или было? Там Сенлин давали, а копье? Что за шкатулки? Шкатулки. Дают с Сенлинкой? Ага, вместе с Сянкой, да, дают? Я понял, короче, это просто общее количество, которое... Это, да, я понял, это напоминание о том, что, ребята, существует бездна. Сходите туда, там куча наград. Эй, вы же хотите халявки? Ну, сходите, ну что вы? Ну что ж вы? Почему вы не сходите-то? Ну, сходите. Ну, получается, что просто напоминал тогда. На основе нет такой фигни, на FTP Аки есть. Насчет копья не понял. Не, ну получается есть. Да объясни, что за... Да обычный квест. Ничего, это просто обычный квест интерактив на... На драконьей горе. У меня сегодня нет желания всему тратить, если честно. Нормально убивает, мне нравится. Я думаю, что я сегодня засолю, и мы ее завтра потратим, а то время уже прям реально. У меня прям рубит. 12 часов стрима, очень тяжело. Очень тяжело. Сегодня прям долгий, супер долгий день. Надо еще на фри-то-плей зайти, там засолить. Сделать дельки ради примасов. Го, сейчас достать форму копья. Не, не хочу. Как вы научитесь, да? Можно уже разлочить данж, есть шкатулки принцессы и священника. Да при чем здесь разлок данжа? При чем здесь данж? Данж по квесту разлочивается. Есть принцесса и священник. Тебе осталась самая легкая шкатулка, находится вот в этой точке, прям рядом с телепортом, прикинь? Прям рядом с телепортом, прям вот рядом с ним. Могилку открой, могилку. Блин, я сейчас гореть начну, если не пойду спать на самом деле. Еще принцесса. Принцесса у подножия. Причем почти на старте. Я даже не помню, что там за точка. Это сюда. Полтора ляма. Ну, маловато, если честно. Маловато.
Можешь помочь, пожалуйста? Я не знаю, кого в пятый этаж взять. Вот мои персонажи. Ты можешь зайти в наш Дискорд. И там есть вкладочка «Посоветуй пачку». Тебе там либо зрители, либо я, если у меня будет свободное время, можем посоветовать пачку в твою пятую бездну. Что за розовое сияние на точках телепортации при перемещении, баг или фича? Не обращал внимания. Может, тот факт, что они тебя греют? Так, получается, ежедневную руду и элиток я сегодня точно фармить не буду. Маршрут артефактов я сегодня прошел в 15, в 14.45. Странных хиличурлов можно найти, поискать только на стартовых точках. Но вы даже не пробовали? Да пробовали, быстрый, легкий и не особо пока что нужный. Водные арты не нужны, ледяные арты не нужны. Казань вышла еще для ледяных артов. Водные арты, ну разве что на синцу собирать, но мне и моей пачки хватит на синцу. Что за бред, мне падает только Фишель из классики из Ивентбаннера. У меня то же самое, мне падает это, на только Сахароза из классики из Ивентбаннера. Ну ладно, с Ивентбаннера мне еще падает Беннет, так что... Тут я жаловаться не хочу. А так, рандом? Хитун. Криорты на Чуня не пойдут. Мне нужно мастерство стихии на Чуня. И качать дождерез. Тарталью водный сет фигня. Если играть как я через ульту, фигня. Если играть не как я, не через ульту, то, ну, наверное, не фигня. Получить ивентовые кристаллы пока нельзя. Нет, пока нельзя. Ждем пятницы. Пятница. Кажется, все, чат, на основе. Я как-то не хочу больше ничего делать сегодня. Мы завтра продолжим. Хоть я хочу элиток выформить, у меня денег мало. Что-то контента мало завезли. Я сегодня по карте в Инете собрал все багрокулы и по гайдам нашел все сундуки и прошел все квесты. А я без гайдов на 99% закрыл драконьих ребят. Без карт, без гайдов, без ничего. Ну ладно, чат один раз подсказал мне, где же найти эту дверь, которую я так долго бегал и тупил искал. Итого у меня только долина звездопадов не закрыта и драконий хребет, все остальное на сотку. За один день, за 12 часов стрима мы закрыли 99% драконьего хребта. И то я знаю точки, где я не бегал до конца, вот здесь не до конца бегал, здесь... То есть я по склону не до конца бегал, так что там 1% добить, наверное, несложно должно быть. Фух, пойдем на FTP быстренько. Смолу засолить, дейлики пройти, пару артефактов собрать и все.